Сегодня в окружном центре стартует главное событие года для активистов и волонтеров «Югрейм». Здесь начинает работу третий международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». В рамках форума будет работать образовательная лаборатория «Добрые люди». Ее участники смогут узнать секреты продвижения медиапроектов, познакомиться с лучшими практиками международного сотрудничества, научиться делать нескучными образовательные проекты. Серебряным волонтерам расскажут, как стать частью молодежных событий. А добровольцы, которые работают с особенными детьми, освоят методы арт-терапии. Здесь же наградят лучших волонтеров.